Видно, да? Типа, что трек номер видно. Если что. Да, тихо, не кисло. Понятно, что там. Вообще, я тупить буду, как вот выращивать. Куртку не порезал. Но. Потом продавцу пишет, что за хуйня. Блядь. Они, сука, так запаковали, что реально опасно что-то тут резать. По чуть-чуть надо. Как все просто, да, Кирилл Колян. Правда, Кирилл Колян написано? А? Правда, Кирилл Колян написано? Дежавю жесткое такое, нахуй. Какое дежавю? Не знаю, жесткое дежавю. Вообще дежавю? Такого же как будто было в натуре. Даже не спрашиваешь, правильно написано? Так я же тебя вроде спрашивал, где ты уже. Не, ну это когда еще когда смотрели, вот именно как будто сейчас так же мы сидим, короче. У меня вчера тоже дежавю было. Ты распаковываешь, короче, нахуй. А потом что-то я помню, что оказывается, что шинку я неправильно написал. Пахнет Китаем, блядь. Так видно, да? Ну да. Наша, да, куртка? Ну да, заказывали. Да. Слышно, она такая нормальная, да? Ну, качество вроде заебись. Ценники, слышишь? Бля, ну вот это надо ликвидировать. Это купаливо, блядь. Ну да. Чё похуй, рубай.